Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас в городе Крохте-Анапа, поселок Витязева. И сегодня у нас на обзоре будет гостевой дом «Парадис». Имеется своя парковочка, имеется бассейнчик до моря 800 метров. И, ребятки, сейчас узнаете, что, почем и как здесь. Мы находимся на Южном проспекте. Я думаю, это место довольно-таки знакомое всем. Можете увидеть в правую сторону, если пойти в минуте, отсюда находится Паралия. На пляж я бы советовал ходить по улице Мира. Сегодня там был, море чистое, вот такое. И у нас Евгений, это хозяин гостевого дома. Ну и Джаник наш, друг семейства. Тоже все здесь собрались. Итак, поехали по обзору. Парковочные места. Женя говорит, что хватало всегда. Бесплатная парковка. Приезжайте, паркуйтесь. Гостиница у нас трехэтажная, он такой широкий вход, есть столовая. Колясочки предоставляются бесплатно. Когда вы пришли с пляжа, вы можете помыть ножки, стоит ногомоечка. Территория перед гостиницей очень зеленая, очень красивая, но это не самая изюминка. Сейчас мы с вами пройдем и посмотрим то место, где расположена зона отдыха и бассейн, и где вы можете беспопасно отпускать своих детей. Здравствуйте, это ресепшн, попадаем внутрь. И сразу напрямую можно пройти к бассейну. Бассейн работает с 9 до 10 вечера. Гостиница нацелена на отдых семейный, потому что после 10 тишина, чтобы люди могли отдыхать. Есть душик сразу, чтобы обмыться. Бассейн этот тестировал, очень красивый. Глубина бассейна с 1,60 м уходит на 1,50 м. Детская зона 50 сантиметров. Есть детская качелька, место, чтобы посидеть за столиками. И также еще вот такая вот детская горочка. И там еще одно место для качельки. Возле бассейна есть лежачки и вот такое вот место, чтобы посидеть. Тут имеется такая вот альпийская горочка с водопадиком, который будет течь и вас радует. То есть такая релаксовая зона для отдыха. Территория тоже обрамлена зеленью. Ваши дети здесь в полной безопасности. В бассейне есть подогрев и есть подсветочка. То есть очень красиво все будет. А здесь отдыхают мои подписчики. Здравствуйте. Приветствую вас. Представьте, пожалуйста, вашу семью. Как зовут? Я Айнур, мы из Кумертау. Приехали четвером, жена Хака. Отдыхает. А девочек как зовут? Амалия, Азалия. Очень приятно. Как вам здесь? Очень прекрасно. Ехали. На полпути я обратился к вам в группе в Телеграме. Писал, типа, требуется жилье. Доедем вечером. Я не знаю, там найдем вечером, нет. Вы мне Джаника посоветовали. Оперативно мне нашел. Вообще понравился и по ценам. Все красиво сделал. Огромное благодарность. Спасибо от души. Вам. Очень приятно. Еще вопрос. Вы на море были? Да. Как море? Теплый, но волны пока сейчас. Да, правильно. Надо беречь себя. У вас есть бассейн с подогревом. Можете купаться. И по расстоянию. Долго, недолго до моря? Минут 10, наверное. С детьми, да? Да. Спасибо большое. Хорошего отдыха, спасибо что большое. Смотрите. На цокольном этаже, как я говорил, находится столовая. Вы сюда можете прийти покушать. Довольно-таки большое помещение, очень красивое. И есть чайная станция, наливайте чаечек по ценам. Так, на завтрак вы можете увидеть стоимость порций. То есть это не за 100 грамм. Вам предлагают именно порцию. Порции говорят, что очень хорошие. Это на обед. То есть подходит к вам девочка, предлагает по меню, что вы будете, как вы сейчас видели. Пришли гости, вы садитесь, вам приносят, вкусненько, готовенько кушаете. За отдельную плату 200 рублей можно получить детскую кроватку. На каждом этаже имеется кулер с холодной горячей водичкой. Также есть гладильные доски. Друзья, мы смотрим с вами трехместный номер. В сегодняшний день его цена 2600 рублей можно снять. Заходим с правой стороны, место для того, чтобы повесить вещи, убрать вашу обувь. Имеется место для хранения. Шкафчик можете увидеть с плечиками. Дополнительные одеялки. Если вдруг вам станет прохладно, хотя у нас на улице сегодня плюс 30 жарит. Санузел выглядит вот так вот. Унитаз, раковина, зеркальце. Нормальная полноценная ванна. Это большая редкость в гостевых домах сейчас. Номер рассчитан на троих. Односпальная и двухспальная. Если надо, вот в этом номере, допустим, можно раздвинуть и приехать втроем сюда на отдых. Имеется холодильник, телевизор, сплит-система, Wi-Fi. Принадлежности для попить водички, чая и для курения. На балконе можно этим заниматься. Балкон как выглядит? То есть мы выходим, много места, место для того, чтобы посушить вещи, столик, стульчики и этот балкон с видом во двор. Смотрим, двухместное размещение, стоимость 2200 рублей. Здесь есть место для того, чтобы повесить вещи, шкафчик.
И стульчики, чтобы посидеть, столик перекусить. Номер большой, двухспальная кроватка, телевизор, сплит-система. Давайте посмотрим балкон. Здесь все так же, только здесь балкон прям огромный у этого номера. На двоих даже много места. Вид на бассейн. Выглядит это очень симпатично, журчит ручеек. И можете видеть, что мы также находимся в курортной части поселка Витязева. Смотрим санузел. Здесь примерно все так же. Раковина, унитаз, зеркальце. Также есть ванна. Под каждой ванной стоит тазик, если вдруг вам что-то надо прополоскать, либо простернуть. То есть это все есть. Друзья, мы сейчас с вами смотрим номер трансформер. Он идет вообще как двухкомнатный и четырехместный. Но можно его снять и как двухместный номер. Стоимость четырехместного размещения 4400 рублей. Двухместного 2200 рублей на данный момент времени. Он идет полностью. Свой холодильник, телевизор, сплит-система, свой балкон. Да, то есть место для хранения, стульчики свои. У нас есть межкомнатная дверь, сейчас покажу. Место для хранения. Номера очень хорошие, кстати, уже не просторные. Так выглядит балкончик. Тоже довольно-таки широкий. Здесь у нас вид на Южный проспект. Вот эта зеленая часть. Ну, классно, Витязева смотрится. Мне сегодня прям нравится с облачками. Такая прям шикарная картинка. Санузел. Можете увидеть унитаз, раковина, зеркальце, ванная. И точно такой же номер у нас, получается, находится через стенку. Если не надо, надоели друг другу, закрыли. Если не надоели, то дверь открывается на постоянную. У нас получается вот одна комната, вторая комната объединена. То же самое. Холодильник, телевизор, сплит-система, двуспальная кровать. Он прям, ну, полностью копия соседнего номера. Дабы санузел с ванной совсем. Если вы приезжаете в большой компании, допустим, две семьи, то есть там, допустим, вы с детьми там взяли доп. Место себе и отдыхаете в полном комфорте. Самое бюджетное размещение – это мансардный этаж. У нас номера здесь без балконов. Место для хранения, куда положите ваши вещи. Санузел выглядит точно так же, как во всех номерах. Ванна, раковина, зеркальце и туалет. Четыре кровати стоит, уже стаканчики, телевизор, кондиционер, то есть плит-система, все есть. А стоимость размещения в этом номере будет 2200 рублей на данный момент. Можете посчитать это по 550 рублей с человека. То есть вы жить будете прямо на параллели. Дорого? Пишите в комментариях обязательно. Друзья, анимация происходит здесь раз в недельку. Если какие-то моменты вам тоже нужны, вы разговариваете. Женька очень душевно хороший человек. Мы с ним уже вот знакомы с начала этого сезона. И можете приезжать заселяться. Вам всем хорошего отдыха. Да прибудет, как говорится, с вами солнце, море и песок. До моря, повторяю, 800 метров по улице Мира. Мы находимся на пересечении. Либо через Паралию можете прогуляться, но там денег больше надо, потому что очень много коммерции. Все, всем пока-пока. Мы поехали дальше, друзья.